Все началось в 1884 году. Елизавета Федоровна прибыла в Россию, чтобы стать женой великого князя Сергея Романова. Проникнувшись любовью к своей новой родине, она решила принять православие. Так, после совершения таинства миропомазания, великая княгиня обрела свою небесную покровительницу, святую праведную Елисавету. Ее память Русская Православная Церковь совершает 18 сентября. Поэтому и Елисаветинский крестный ход проводится в ближайшее к этому дню воскресенье. В этом году он состоится 17 числа в историческом императорском имении Ильинское Усово и приурочен к празднованию 110-летия прославления священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси, и к 105-летию трагической гибели святой преподобно-мученицы великой княгини Елисаветы Федоровны. Протяженность маршрута крестного хода – 5 километров. Он начинается от храма Ильи Пророка в селе Ильинское и завершается у Спасского храма в Усово. По пути верующие могут увидеть исторические здания – родильного приюта и лазарета для раненых и увечных воинов русско-японской войны. Также в программе мероприятия благотворительная акция «Белый цветок» и открытие стендовой выставки «Святитель Лука. Врач, педагог, пастырь». Карина Еряшева, телекомпания «Одинцова».